Вечер во Владимире продолжает телефорум. Сегодня для вас проведу его я, Елена Панина. Здравствуйте. Лыжня России 2019, так называется наша тема сегодня. Расскажем сегодня вам о том, как принять участие, сколько ждем участников. Все-все о Лыжне России, которая состоится уже вот в эти выходные. У нас сегодня в студии начальник управления по делам молодежи администрации города Владимира Ольга Молева. Здравствуйте, Ольга. Добрый день. И директор МБУ СШОР номер 3 по лыжным гонкам и биатлону имени Прокуророва Денис Храмов. Здравствуйте, Денис. Добрый день, Елена. Напоминаю для наших телезрителей, что мы работаем в прямом эфире, поэтому если у вас будут вопросы, звоните. Телефон в студии прежний 44 40 47. Также мы проводим для вас телефонное голосование. Напоминаю, что звонки по телефонам, которые вы видите на своих экранах, совершенно бесплатны. Вопрос, который мы задаем, звучит так. Пойдете ли вы на Лыжню России, да или нет? Пойдете, мы имеем в виду, либо вы пойдете в качестве участника, возможно, в качестве зрителя или болельщика. В любом случае, это засчитывается ответ «да». Если совсем не пойдете, тогда звоните по номеру «ответ нет». Но мы начнем. Ольга, Лыжня России 2019, я думаю, что в основном большинство жителей нашей области уже знают, что это за мероприятие. Расскажите, в какой раз проводится оно и как набирает обороты? Да, в этом году всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» проводится 37-й год подряд. Ого! Да, и поэтому с каждым годом у нас, соответственно, увеличивается количество участников, да, вот у нас буквально с 5 числа началась регистрация, и у нас, к сожалению, уже заканчиваются номера. В этом году город Владимир именно является главным городом в области, да, который проводит центральный, именно Лыжню России. И город Владимиру выделили в этом году 3500 номеров и шапочек. И так как нам этого, к сожалению, ну, вернее, к счастью даже не хватает, да, мы своим управлением, администрацией города делаем специально отдельные номера, чтобы все желающие могли принять в этом большом, массовом, глобальном, нашем любимом мероприятии, как Лыжня России. Ну, давайте начнем с того, когда? В эту субботу, 9 февраля, первый старт у нас в 12:00, как стартует вся Россия. Ну, как я понимаю, помимо города Владимира будут забеги и в других городах нашей области, верно? Да не только области, это по всей России. Нет, по всей России, конечно, да, я говорю, конечно, ну, про область. Да. Но мы основные, то есть 3500 участников, тех, кто побегут, это уже, ну, вероятность этого уже стопроцентная, да? 100%. Потому что, сколько еще ждете и как долго еще продлится регистрация? Да, смотрите, как... Ну, на примере прошлого года у нас участников было порядка 10 тысяч, да, то есть, соответственно, мы будем подготавливать приближенно к этому количеству отдельных номеров, соответственно, сделаем даже, наверное, я думаю, что и больше, да, потому что, опять же, с каждым годом у нас количество участников все увеличивается, да, и все хотят принять участие, пробежать. Конечно, хочется и в шапочке, и в номере, да, который предоставляет Министерство спорта России. Может, да. Кто-то уже успел зарегистрироваться. Да, вот в этом году такое новшество. У нас были либо красные шапочки, либо голубые. В этом году Министерство спорта России сделало такие белые шапочки. Я думаю, что... Очень интересно, классно, и как раз-таки так по-зимнему, да, бело-голубой цвет. Ну и потом в копилку, я думаю, тех, кто принимает участие регулярно, хочется все-таки, чтобы и шапочки, конечно, были разные, да. Да. Чтобы, ну, гардероб номера, обновлялся. Номера, как я понимаю, такие же, да? То есть, да, номера, в принципе, ничем не отличаются, только, наверное, годом «Лыжня России 2019». Перед собой. Вот так. Да, поэтому номера, я думаю, что ничем не отличаются. Итак, для того, чтобы зарегистрироваться, регистрация будет продолжаться до какого времени? Ну, до самого старта? Как это происходит? Да, регистрация, вот к завтрашнему дню нам подготовят дополнительные номера, да, соответственно, как у нас количество 3500 уже, в принципе, практически на исходе, с завтрашнего дня начнутся уже новые номера, которые делаем управлением по делам молодежи. Регистрация у нас, ну, пройдет до того момента, когда у нас, в принципе, все номера закончатся. Но мы на всякий случай оставляем именно на регистрацию, которая пройдет в само мероприятие, да. У сцены с 10 утра будем выдавать, также регистрировать участников на Лыжню России. То есть с 10, ну, до самого забега можно еще будет прийти зарегистрироваться? Все в зависимости, да, от количества оставшихся номеров.
А если номера закончатся, тогда не будет возможности поучаствовать в забеге? Нет, участников мы не ограничиваем, да, если вдруг не хватает, соответственно, могут принять участие, да, но, к большому сожалению, это просто результаты не смогут быть засчитаны, да, сами понимаете, когда бежит огромное количество участников и просто чисто физически, к сожалению, нельзя зафиксировать, я думаю, что, да, когда проходят финишную черту в таком порядке. А если есть номер, каким образом фиксируется? У нас, главное, есть судьи, да, которые отвечают за именно судейство, да, за саму трассу, за старт и за финиш. Денис, расскажите, как будут фиксироваться результаты? У нас будет предусмотрено два финиша. Это будет на 1 километр финиш для детей всех желающих и финиш на 5 и 10 километров. Там профессиональные судьи, у них огромный опыт работы в подобных мероприятиях и на более высоких соревновательных. Поэтому, ну, как показывает практика, проблем никогда в этом плане не бывает. Сколько будет забегов, Ольга, расскажите, пожалуйста, каким образом вот градация будет происходить, чтобы понять, кому в какой забег, и, как я понимаю, по времени это тоже будет растянуто. Конечно, да. Первый старт в 12:00 у нас будет дан для всех желающих, то есть кто хочет преодолеть дистанцию в 1 километр, да, кто понимает, что по своему возрасту или по своим каким-то физическим данным просто не смогут либо на 5 километров, либо на 10, да, дабы поддержать такое наше мероприятие, массовость, прийти всей семьей, поучаствовать на 1 километр буквально, да. Дальше у нас будет дан старт детский. Потом будет, у нас в этом году такое новшество, мы решили выделить старт для людей с ограниченными возможностями, чтобы, дабы, ну, сами понимаете, да, большое количество участников, и для них выделили такой специальный отдельный старт. Будет также на 5 километров и на 10 километров. Мужчины и женщины не разделяются, то есть 5-10? Вместе у нас награждение именно будет происходить для мужчин и для женщин, так и для деток. В этом году сколько вообще ждете? По прошлому году сколько было участников вообще «Лыжни России»? Я имею в виду, сколько людей собрало не только тех, кто бежал, а и зрителей и так далее. Примерные цифры не помните? Ну, я думаю, что порядка 15 тысяч однозначно было. В этом году хотите превзойти предыдущий год? Какие, ну, конечно, ожидания? Хотим превзойти, да. Я надеюсь, что наша организация всех жителей города радует, нравится им все, и мы приходим с удовольствием на наше такое мероприятие. Денис, скажите мне, пожалуйста, вот погода на улице, да? Сегодня снежок пошел, перед этим была оттепель, наст, корка. Вот вы как специалист, насколько это хорошо, плохо, вот та погода, которая сейчас стоит на улице для забега, для комфортного забега? И что на завтра, кстати? Не на завтра, а на 9 число, да, обещают. Ну вот буквально пару часов назад у нас закончились городские соревнования. Ребята бежали коньковым стилем. Ну, в принципе, я вам скажу, что все благополучно. Трасса, в принципе, готова, тем более сейчас на улице пошел такой мелкий снежок. Всю наледь вот эту вот, так сказать, припорошило. Осталось дело техники. Это все дело, так сказать, размолоть и укатать. И будет прекрасная трасса. Каким образом, кстати, готовится трасса вот для таких массовых мероприятий? Готовится техникой, буранами, снегоходами. Плюс у нас, ну, есть дополнительные приспособления специальные и для лыжни, и, ну, а для свободного стиля у нас специальные есть тоже приспособления, которые тренеры делают своими руками многие годы, и все классно получается. Расскажите мне, пожалуйста, вот я сама являюсь, да, всегда участником «Лыжни России», но я как зритель, у меня мой ребенок всегда бежит забег, и я все время, вот как мама, очень переживаю начало старта, потому что их там очень много, они все толкаются, каждый хочет быть первым, стартануть первым и так далее, и вот этот первый момент старта, он просто, ну, страшно за то, что сейчас все упадут, попадают и так далее. Вот каким образом, во-первых, проинструктировать и ребенка в том числе, для того, чтобы они красиво стартанули, ну и желательно в числе первых дошли до старта, до финиша? Ну, вот раскроем вам маленький секрет, что у нас, ну, опять же, традиционно в стартовом городке будет организована сцена, будет культурная программа, да, помимо соревновательной, и на ней, соответственно, будет ведущий.
первую очередь нужно слушать ведущего, потому что перед стартом он рассказывает про технику безопасности и как себя вести. Первый момент. Второй момент. В зоне старта будут находиться те же судьи, высококвалифицированные. И плюс волонтеры, наверное, будут стоять. Плюс будут волонтеры, плюс курсанты с юридического института. Самое главное – это слушать вот этих ребят. Не лезть вперед, не наступать, не мешать другим участникам. Вот слушать судей и вот этих ребят, и все будет хорошо. И думаешь, самое главное, что не обязательно, да, кто последний именно стартовал, не обязательно, что он последний и пришел. Ну, особенно когда детский забег, смотришь, да, то есть там ребенок идет на лыжах, там родители бегут рядом, давай, давай, быстрее, быстрее, там, мне кажется, они бегут быстрее снегоходов, которые, ну, показывают дорогу, иногда бывает. Кстати, вот про развлекательные мероприятия, потому что кто-то, может быть, не участвует, но с удовольствием приходит посмотреть, вот прочувствовать эту атмосферу. Что, чем развлекать будете, расскажите. Да, мы прекрасно знаем, да, и прекрасно понимаем, что не все могут себе позволить встать на лыжи, да, кто-то где-то боится или просто поддерживает своих родных и близких. Ну, да? Кстати, да, мы, знаете, какой вопрос не затронули, вот, извините, перебиваю, кто-то не может по медицинским показаниям. Вот здесь, кстати, для того, чтобы зарегистрироваться, нужна справка? Да, вот в этом году Министерство спорта в положении прописало так. Дети, которые до 17 лет, обязательно необходима справка медицинская от врача, да, о том, что можно принимать участие в такого рода мероприятий, а те, кто уже достигли 18-летнего возраста, могут при личной подписи, что за свое состояние здоровья, ручаюсь, и подписывает подпись вместе с заявкой, вместе с приложенными документами, которые необходимы при подаче на именно это мероприятие, да, дабы получить эту красивую шапочку и этот прекрасный номер для участия. Но, тем не менее, надо понимать, да, что это все равно физическая нагрузка, и если есть какие-то заболевания, безусловно, то, наверное, поэтому лучше, не если хотите поддержать, хотя бы километр лучше то пройти. То есть тоже правильно выбирать дистанцию. Обязательно. Давайте про развлекательные мероприятия. Да, наше управление культуры, администрация города подготовила культурную потрясающую программу, да, где будем вместе танцевать и вместе петь. Но и не забудем про то, что можно погреться. Это у нас будут организованы две палатки с обогревом, да, где можно будет зайти, переодеться, погреться просто элементарно. И также будет организован бесплатный чай и сушки. А бесплатный чай и сушки для всех или только для участников забега? Для всех, но в приоритете, соответственно, участники. А, кстати, участникам забега как лучше? Денис, скажите, чай с сушками до или после? Это смотря какие цели преследовать. Ну, если цель просто добежать, то, я шучу, конечно, лучше после. Когда уже вот ты прибежал, почувствовал, все, я сфинишировал, можно и посмотреть и культурную программу, взять, налить себе стакан чая, взять сушечку. И полевая кухня еще будет, я забыла сказать. Встать у сцены, да, будет полевая кухня, каша гречневая с тушенкой, да, по-моему. Ой, да. Красота какая, как вкусно. Но нужно успеть к ней попасть, да, потому что... Вот можете ли дать рекомендации для тех, кто не так часто встает на лыжи, может быть, потому как подготовиться, там, разминочка какая-то, правильная одежда и так далее. То есть для любителей, я говорю, что... Ну, то есть не для спортсменов, понятно, что спортсмены, они все знают, как делать и что, а вот для любителей. Ну, для любителей, во-первых... С шапочкой понятно, вот шапочка есть. Во-первых, одеваться по погоде и как бы планировать, думать о том, что когда ты сфинишируешь, все равно же ты будешь в процессе, будешь переживать, будешь преодолевать дистанцию, ты придешь, все равно там, так сказать, вспотеешь, взмокнешь, будешь весь сырой, чтобы не стоять там на морозе или на холоде. Ну, вот у нас стартовая поляна, она все равно как бы ветрами продуваемая, да, нужно предусмотреть тот факт, если будет машина где-то рядом стоять, чтобы пойти там переодеться, может быть, сухую одежду надеть и уже продолжать, как бы, прийти уже вместо проведения соревнований и там на культурную программу, вот, или просто покататься. Как определить для себя километраж забега? Километр ли это, 5-10 Вы знаете, километров даже, для взрослого человека? Даже некоторые люди, которые имеют, так скажем, опыт соревновательный, да, ну, когда-то они занимались, но в данный там период они какой-то не занимались,
и просто по себе даже знаю. Ты такой думаешь, да я там 10 километров сейчас запросто преодолею. А когда ты выходишь на дистанцию 10 километров, ты буквально половину проходишь, и у тебя уже начинает все отказывать. То есть здесь все настолько индивидуально, нужно по своему самочувствию, по своим силам рассчитывать на дистанцию. То есть правильно рассчитать свои силы. Да, Кстати, вот по опыту прошлых лет, самая длинная дистанция также была 10 километров. Да, это традиционно. Много ли не доходит до финиша? Доходят все. Доходят все, да? Вопрос времени. Вопрос времени. Скажите тогда, можете по цифрам примерно среднее время прохождения дистанции километр 5-10? Ну, для любителей, естественно. Для любителей? Ну, 10 километров для любителей совсем, совсем, совсем... Так, среднее это где-то 50 минут. То есть надо понимать, что вот 50 минут с хорошей скоростью ты должен пройти. Но это такой прям любитель 50, потому что профессионалы, они там в зависимости тоже от погодных условий могут и по 25 минут бежать десятку эту. Вот. А для 5 километров любитель, ну это 20-25 минут где-то вот в этом пределе. Я так думаю. Может быть, зрители, которые нас смотрят, и тренеры меня поправят. А вот, кстати, скажите мне, что лыжня России дает не любителям, не обывателям, кто просто лыжи — это развлечение, хобби, отдых, а для спортсмена? Для спортсмена? Да, участие в лыжне России. Это, во-первых, дополнительный старт для спортсмена, это дополнительное приобретение опыта, ведь такая массовость, она не в каждом соревновании присутствует. И вот тоже думать головой, где-то объехать, где-то чуть-чуть там притормозить, это все как бы опыт. Ваши ребята, те, кто занимается в школе вашей номер 3 по лыжным гонкам и биатлону, все ли будут принимать участие? Да. 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 Не будут принимать только те, кто или болеет, или по каким-то причинам. Сейчас у нас будет с 8 по 12 проходить центральный федеральный округ в городе Смоленске. Ребята будут отсутствовать. А остальные все будут на лыжне. Ну, как правило, естественно, они чаще всего и дают результаты. Как раз первые, вторые места – это все-таки спортсмены. Понятно, что любитель вряд ли. Бывает такое, что человек превосходит сам себя, вот когда бежит, именно на лыжне России. Вот, в обычных результатах он дает проще, а тут соревнования, и он выше дает результат. Ну, может быть. Не исключено, потому что здесь же много любителей, которые, ты понимаешь, заведомо, так скажем, послабее тебя, да. И это заводит, наверное. Может быть, это психологически заводит, и ты можешь показать чуть-чуть повыше результат. Ну, как правило, ребята, которые занимаются, так скажем, профессионально, у них все равно результаты приблизительно все равно. Если они занимаются профессионально... У них результат соответствует их уровню физической и технической подготовки. Да. Ну и тем более те, кто бежит чуть-чуть сзади, любители, им есть куда стремиться, есть за кем стремиться. А вот есть, кстати, извините, перебиваю, есть после такой лыжни некий всплеск интереса непосредственно к лыжам и к биатлону? Приходят ли после этого в школу и говорят, к вам, да, и говорят, хочу, чтобы там мой ребенок занимался? Да, после, так как я недавно являюсь директором школы, по опыту тренеров, которые рассказывали, Олимпиада буквально недавно прошла, по биатлону и по лыжам, наши ребята там, представляете, какие результаты показывали колоссальные, долгий период времени лыжники не показывали таких результатов. И но этот год просто... Звонки, говорят, прям вот отбоя не было, возьмите ребенка, возьмите, то есть заряжает. И вот такие подобные мероприятия, массовая лыжная гонка, повторюсь, то, что сказала Ольга Александровна, представляете, в прошлом тысячелетии еще началось проводиться, и оно объединяет любителей именно зимних видов спорта, лыжных гонок. Происходит новое знакомство, люди общаются, делятся опытом, появляются какие-то дружеские отношения. Ну, я считаю, что это клево, что в нашей стране проводятся подобные мероприятия, и согласно положению, 73 региона будут принимать участие в данном мероприятии. Это
больше полумиллиона человек. Нет, просто, да, шикарные цифры. Вот и понятно, что помимо всего, это еще и борьба за здоровый образ жизни, да, вот обычным любителям, Ольга, вы уж у нас сегодня отвечаете за любителей, обычным любителям, то есть кто, может быть, делает это раз в год, вообще встает на лыжи, даже так может быть, да, вот что несет это для тех людей, кто, возможно, впервые примет участие? Вот на самом деле у нас уже, опять же, так сложившаяся традиция, да, мы выделяем любителей, так да, называемых, и награждаем их. Это у нас будут некоторые такие номинации, это как самый юный участник, да, который, наверное, в силу возраста не сможет, да, я думаю, что прийти первым, да, как у мальчиков, так и у девочек, как возрастной, как и возрастная будут, да, тоже награждены. И мы обязательно наградим эту самую многочисленную семью, которая пришла в составе и поучаствовала на лыжне. У нас в прошлом году выходили целыми поколениями, там, начиная с прабабушки и заканчивая правнуками. Семья буквально вышла, наверное, в составе 6 человек, и мы, соответственно, их наградили, да, как самая многочисленная семья, которая пришла на лыжню России. И также на финише у нас будут дариться некие сувениры в память о лыжне России. Ну что ж, 33% готовы прийти на лыжню России, 67% пока говорят, что нет, но у вас есть возможность буквально полминуты пригласить наших граждан, для тех, кто еще не зарегистрировался, прийти и во сколько, возможно, просто зрителям приходить. Да, конечно же, приглашаем всех зрителей прийти 9 февраля в эту субботу, поучаствовать в таком прекрасном, потрясающем, снежном, спортивном мероприятии, как Всероссийская массовая лыжня, это лыжня России, проходит 37-й год подряд, принимает огромное количество участников, обязательно присоединяйтесь, будет интересно, весело, активно, спортивно и задорно. Что ж, спасибо, продолжим наш разговор после небольшой рекламы, не переключайтесь. Напоминаю, вы смотрите телефорум. Наша тема сегодня – «Лыжня России 2019». Также призываю вас принимать участие в нашем телефонном голосовании. Пойдете ли вы на «Лыжню России», да или нет? Вы отвечаете «да» в том случае, если вы будете принимать участие непосредственно в забеге или просто придете поболеть, насладиться атмосферой и так далее. В любом случае, тогда вы являетесь участником. Ответ «да». Если совсем не пойдете, тогда нет. Пока у нас результаты 33 и 67. 67 никаким образом не хотят принимать участие. Надеюсь, к концу программы эта цифра немного изменится. А я рада приветствовать в нашей студии новых гостей. У нас в студии тренер по лыжным гонкам ШОР номер 3 имени прокурора Олег Александрович Канточкин. Здравствуйте. Добрый вечер. И воспитанница той же самой школы Ольга Черемисинова. Здравствуйте, Ольга. Добрый вечер. Ну, во-первых, раз говорим про лыжню России, Олег, вот первый вопрос к вам. Насколько я задавала этот же вопрос Денису, насколько меняется интерес, может быть, и меняется ли после к лыжам, к гонкам, к биатлону, после проведения вот такого общемассового старта «Лыжня России», ну, естественно, вот почувствовали этот год, может быть, что-то изменилось после такого прекрасного выступления наших спортсменов? Ну, конечно, я думаю, что все-таки, когда человек принимает такие, участвует в таких массовых соревнованиях, у него немножко меняется мнение как говорится, занятиях лыжным спортом. Ну, прежде всего, это, мне кажется, вот массовость, сама по себе массовость, она как бы более находится в дружеском таком объятии лыжного спорта. Некоторые думают, кто-то там катается в лесу отдельно, и кажется, как будто это так скучно, а на самом деле все-таки это и общение, и веселье. Ну и в первую очередь, мне кажется, это такой один из самых здоровых видов спорта, или так можно сказать, физических занятий. Потому что сама природа, она, как говорится, подсказывает. Естественные условия – это свежий воздух, лыжня, зима, морозец и, соответственно, скольжение. Конечно, каждый, наверное, по-своему оценивает эти условия. У кого-то инвентарь более качественный, у кого-то менее качественный. Но все равно, я думаю, большинство получает от этого удовольствие.
Насколько дорого, дешево сегодня заниматься этим видом спорта? Можно ли говорить о том, что это дорогой вид спорта, либо наоборот дешевый? Ну, непосредственно мы говорим лыжные гонки, биатлон. Да, ну, как вам выразить такое мнение? Если вот я так интересовался, сейчас к своим знакомым ходил, которые торгуют и непосредственно занимаются спортивной деятельностью, я имею в виду продажи, средний, я считаю, не так, это доступно, мое такое мнение. И детский инвентарь полностью приобрести, я думаю, что в районе 2,5-3 тысяч. От этого надо начинать, а все остальное это уже в зависимости от профессионализма и оценки своих, ну, как бы спортивных достижений. А с какого возраста есть смысл заниматься лыжами профессионально? Вот с какого возраста можно идти к вам? Да, спасибо. Я думаю, что вот у нас непосредственное занятие мы приглашаем после 3 класса, ну, как бы после 10 лет. И это чисто физиологически, если так, анатомический, физиологический подход. Так как это все-таки занятие большинство проходит на открытом воздухе, и средний показатель, так можно сказать, максимальная пониженная температура в районе 15-17 градусов. Ну, все еще зависит от того, где это происходит. Вдали от какого-то помещения или вблизи. Ну, вот смотрите, как же тогда? Сейчас в современном мире, мне кажется, родители хотят отдавать своих детей чуть ли там не с 8 месяцев уже в какие-то секции, на какую-то движуху и так далее. И мне кажется, к 10 годам это уже, ну, родителям кажется, что это уже несколько поздно. В 1 классе уже явно к вам, наверное, приходят, спрашивают. Кто-то с 5 лет пытается. Вот здесь, чем тогда нужно заниматься до 10 лет, да, чтобы потом в дальнейшем стать спортсменом? И часто ли вот есть такой запрос именно на более маленьких детей, которые, да, хотят отдать в лыжи? Вот явно это есть, я уверена просто. Ну, наверное, конечно. Это неплохо, я считаю. Это ничего тут такого. Я просто выражаю из-за того, что как бы мы ни хотели, лыжный спорт – это спорт взрослых. Почему? Все большие достижения начинаются формироваться, мое такое мнение, после 21 года. И чтобы пройти этот путь, можно заниматься всеми видами программы физического развития, начиная там от плавания, ходьбы, бега, гимнастика, даже те же танцы, все различные подвижные спортивные игры. И когда человек достигнет какой-то так называемой общефизической направленности, мы уже как бы по некоторым тестам начинаем отбирать. Кто-то превосходит, кто-то еще пока не может достичь этого уровня. Хотя в процессе занятий я всегда уже убеждаюсь, вот я проработал уже тренером 31 год, что иногда все обманчиво. Вначале кажется, вот этот мальчик или девочка приходит, будет самыми сильными, а на самом деле все происходит не так, как иногда думаешь. Ну, наверное, от спортсмена зависит, да, насколько ему это интересно, насколько действительно. Или как... А, кстати, вот каким должен быть, какими качествами должен обладать настоящий спортсмен для того, чтобы достичь результатов? Что именно нужно непосредственно лыжнику? И, там, все-таки лыжник отличается от футболиста, к примеру. Ну, мое такое мнение. Это, конечно, в первую очередь надо любить тот вид спорта, которым он занимается. Второе – это такое целеустремленность. Потому что, как бы мы ни хотели, все-таки у нас такой индивидуальный вид спорта. Приходится, как мы иногда говорим, очень много проводить время с самим собой на лыжне. И вот кто это может преодолеть? Это временной показатель, эти трудности. Потому что приходится испытывать не только физические нагрузки, но и психологические. Человек уходит на какую-то дистанцию, который иногда заканчивается, можно сказать, таким большим кругом, а не ходит по одному какому-то маленькому кругу. Но это вид, можно сказать, подготовки. Хотя все сейчас современные трассы, они такие должны быть размеченные, и где можно увидеть, например, как у нас вот сейчас в парке, специально есть указатели, где можно там повернуть пораньше с круга, там, и, как говорят, мы срезать поменьше километр получается, кто-то побольше преодолевает. По сути, каждому по возможностям. Да, конечно. Оль, вопрос к вам. Вот вы лично как пришли в лыжи? Расскажите свою историю.
в лыжный спорт. Я пришла в 16 лет. Можно сказать, что это и произошло благодаря лыжне России, потому что до того момента, как я начала тренироваться с тренером, я принимала участие в лыжне России просто как спортсмен-любитель. Ну, до этого, наверное, все равно каким-то спортом занимались или хотели просто на физкультуру, а потом в 16 лет так, а не заняться мне лыжами. Я профессионально занималась каратэ до этого, но это совершенно разные виды спорта. И как? Вот пришла на лыжню России и... Я на лыжню России приходила в течение 5-8 лет где-то. Я хожу туда с маленького возраста, еще со школьного возраста. И мне просто нравилось принимать участие в забегах. Мне нравится бегать, нравится этот вид нагрузки, потому что он совершенно не такой, как был в моем спорте до этого. Мне больше нравится бегать, мне больше нравится проводить время наедине с собой во время забега. Мне как раз и нравится это чувство. Ощущение гонки, ощущение азарта во время гонки. Меня вот это привлекло в лыжном спорте. А непосредственно при массовых забегах давали ли вы какие-то результаты, когда стало понятно, что, наверное, есть смысл заняться этим профессионально? Ну, я думаю, что на лыжне России любителю очень сложно какие-то высокие результаты показать, потому что очень много человек участвует в этом забеге. Ну, я пришла просто попробовать себя изначально в этот спорт, но он меня со временем так сильно затянул, что сейчас я со своим тренером Олегом Александровичем постоянно езжу на всероссийские соревнования, на сборы мы выезжаем в разные города, в разные области, и вот, соответственно, проходя вот через вот эти сборы и соревнования, да, результат появляется понемногу. А, вот, Олег, расскажите, 16 лет, это уже поздно прийти, ну, начинать или нет? Да я бы так вот не сказал. Для меня, как я уже вот, я говорю, тренера-профессионала, я всегда говорю, что все зависит от человека, с какому он уровню подошел к своему вот так называемому юношескому или возрасту, какая у него база здоровья. Если человек занимался до этого какими-то видами спорта, я даже уже повторяю, что это не важно, но у него есть какое-то ОФП, так мы называем, общефизическая подготовка, то начать даже заниматься с 16 лет, это еще раз доказывает, что это не поздно. Средний показатель на моей вот жизненном пути тренерском, я вот вывел такую формулу, где-то в районе 7-10 лет надо прозаниматься, чтобы стать мастером спорта, этого вида спорта. Ну, тут уже независимо, во сколько лет ты да, начал. Да, все тут, это, можно сказать, относительно. С каким ты уровнем здоровья приходишь. На сегодняшний день, конечно, вот, наблюдая в школах, все меньше таких ребятишек и как бы здоровых. Мы их сначала реабилитируем, стараемся сделать из них здоровых просто людей, а потом уже только начинаем заниматься спортом. Вот как я уже и отметил, после, наверное, 14-15 лет. То есть, по сути, не нужно спешить, так я понимаю? Нет, конечно, это спешка, она такая, знаете, иногда некоторые говорят, вот он у меня уже там в 12-14 лет показывает такие результаты. Это не говорит, что прогресс будет постоянный, и, можно сказать, там, спешка, она вот приводит как раз иногда к обратному. Человек быстро устает. Даже не физически, а психологически от всех вот этих нагрузок, перегрузок, или как мы иногда часто говорим, что не справился со своей нагрузкой. Как обстоит дело сейчас в спортивной школе с материально-технической базой, с трассами? Потому что это такая вечная боль, мне кажется, нашего лыжного спорта и биатлона непосредственно в Владимирской области, что у нас есть чемпионы, да, но и трасса-то не так давно появилась, по сути. Ну, я вот как уже являюсь 7-й год президентом Федерации лыжных гонок Владимирской области, если сказать от области, то это, конечно, наша боль, потому что Владимирская земля с 78-го года, если только вот задумайтесь, с 78-го года мы имеем уже чемпионов мира. Не каждая земля может этим похвастаться. Но самое интересное, мы на протяжении уже 30 лет эти результаты повторяем и улучшаем. А вот материальная база у нас отстает очень сильно.
Я вот вспоминаю недавний приезд Анфисы Анатольевны, нашей землячки Романовой-Резцовой, трехкратной олимпийской чемпионки, которая пришла в нашу спортивную школу и сказала: вот уже 45 лет сейчас исполнилось в школе. Вот как были, приехали мы сюда, детьми пришли, занимались, стали олимпийскими чемпионами, достигли каких-то результатов, изменений пока не произошло. Конечно, это очень больно. В нашей школе непосредственно сегодня висит 5 золотых рамок, я их так называю, спортсменов, заслуженных мастеров спорта, которые воспитала наша Владимирская школа, не считая, что у нас еще есть в Александрове олимпийская чемпионка, в Муроме. И сейчас продолжение идет. И происходит такое, можно сказать, какое-то, наверное, может быть, это и даже и политических руководств, и спортивных руководителей области, отток спортсменов, потому что нету материальной базы. То есть они уезжают тренироваться в другие места? В другие. У нас на сегодняшний день ни одной официальной трассы спортивной, которую можно провести регионального значения, я имею в виду межрегионального соревнования, мы не имеем права. Потому что у нас нету специальной техники и нету трассы, которая узаконена, которые мы можем использовать независимо от того. Но у нас происходит все наоборот. Вот даже мы сейчас уже проводим чемпионаты и первенства в нашем парке. Ну, мы его сами, как говорится, благоустраивали, эти трассы и все. Среди недели. Почему? Потому что в воскресные дни уже невозможно провести. Там люди гуляют, конечно, это очень приятно. Но культуры, поведение прогулок на лыжах у нас совершенно отсутствует. У нас нету прогулочной лыжни, которая должна, допустим, показывать и объяснять, что если в это время идут спортивные состязания, по спортивной трассе ходить хаотично нельзя. Конечно. Из этого мы уже боимся, как руководители этих соревнований, трагедий. А это не исключено, может такое произойти, потому что, как бы мы хотели, лыжный спорт – это сейчас скоростной становится спорт. Если в среднем показатель уже преодолевание 10 километров менее 25 минут, представляете, какая средняя скорость бывает на спусках на лыжах. Ну, я надеюсь, что когда-нибудь, понятно, что это перспектива, к сожалению, не ближайшего времени, изменения непосредственно материально-технической базе, но мы должны верить. Ну, конечно, надежда всегда умирает последней. Будем надеяться, что мы как-то все-таки еще себя покажем, проявим, хотя вы понимаете, надежда кадры. Надежда такая, то есть, во-первых, нужно добиться чемпионства, конечно, правильно? Для того, чтобы, то есть, для того, чтобы администрация задумалась, для того, чтобы были выделены деньги, нужно чемпиона. Поэтому, Ольга, вся надежда на вас. Я буду стараться, пока тренер верит в меня, я верю своему тренеру всегда и везде, и мы с ним вместе добьемся высот. Ну а пока, я думаю, что для тех, кто, может быть, еще не так полюбил лыжи, достаточно прийти 9 числа на Лыжню России. Тоже ваши воспитанники побегут, так ведь? Конечно, обязательно. Я всех призываю, не только своих воспитанников, а всех своих знакомых, друзей. Ну, это же сам по себе праздник. Человек, который встречается с другими людьми, а тем более на лыжном празднике, это становится как-то больше заряд бодрости, жизненной энергии. А кто-то может уже, как вот и Оля сказала, только еще начинает участвовать в этих соревнованиях, может потом станет профессиональным спортсменом. Спасибо большое. 40% дозвонившихся сказали о том, что они пойдут на Лыжню России. То есть за время программы количество тех, кто собирается посетить это мероприятие, все-таки увеличилось. Спасибо вам большое. А я напоминаю, что эти и другие наши программы вы всегда можете посмотреть на нашем сайте variant-tv.ru. На сегодня это все. С вами была Елена Панина.